Так красиво молодой человек одет, ну, невозможно пройти мимо. Добрый день, уважаемый господин президент Владимир Владимирович. Хошай Мухаммед из телеканала «Курдистан-24». У меня один вопрос к вам. Как известно, курды большую роль играли в борьбе с международным терроризмом. Россия сегодня важную и большую роль играет в мире и именно на Ближнем Востоке. Вот у меня вопрос к вам. Какова позиция России относительно того, что курды иракского Курдистана уже стали на путь независимости? Спасибо. У нас в России всегда были очень добрые, особые отношения с курдским народом. У курдского народа своя очень сложная судьба. Мы видим, что происходит сейчас в регионе Ближнего Востока. Могу подтвердить и констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя в борьбе с терроризмом международным очень мужественно и воюют эффективно. Что касается вопросов, связанных с суверенитетом, независимостью тех или иных частей того или иного государства, то исхожу из того, что мы все будем действовать в рамках международного права и в конечном итоге права курдского народа, законные права, будут обеспечены. Но в каких формах и как это будет сделано, это зависит от Ирака и от самого курдского народа. Мы до сих пор были в контакте и остаемся в контакте, и будем в контакте и с Багдадом, и с Кирбелем. Но вмешиваться во внутренние иракские процессы мы не собираемся.